Пришла отдохнуть в бар, а ушла с разбитым подбородком. Девушка говорит, отказала молодому человеку в знакомстве. Но настойчивость парня все-таки закончилась свиданием. И не одним. Сначала в отделе полиции, а затем и вовсе в суде. Тему продолжит наш корреспондент. Ни букета цветов, ни шоколадных конфет. На свидание в суд Варвара Мечкова пришла в классическом платье. Он в футболке и джинсах. У него в руках телефон. У нее фотографии последствий отдыха в баре. Вот так было разбито лицо. Синяк на подбородке. А молодой человек решил проявить свое внимание, да, и начал хватать меня. То есть я сидела к нему спиной, он схватил меня за плечи, я повернулась, сказала, не трогайте меня, и в этот момент ко мне прилетел удар. Истец Варвара, говорит, отдыхала в баре с подругами. Ответчик Александр якобы хотел с ней познакомиться. Она отказалась. А он, по ее словам, обиделся. Впрочем, мужчина, говорит, конфликта с этой девушкой не помнит. Был пьян. Но приставать точно не мог. Ведь дома у него жена и дети. Гражданку я вижу второй раз в жизни. Давайте начнем. Как вы присутствовали? Я присутствовал, да. Но все это время я находился за барной стойкой. Никому не подходил. Судья, выслушав обе стороны, пригласила свидетелей. Подруги Варвары находились рядом и все видели своими глазами. Я видела в определенный момент, как молодой человек ударил мою знакомую. На следующем заседании судья планирует выслушать показания работников бара, а уже потом принять решение. Это заседание отложили, а значит и Александру, и Варваре, которая так не хотела знакомиться с ним, встретиться еще придется. Возможно, и не раз. Татьяна Лаврова, Максим Лисовский, 31 канал.